Дорогие родичи, мы сегодня собрались в удивительный день. Завтра 1 мая, и сегодня полнолуние. Вот именно такое время считается началом очень мощного процесса. Всегда раньше считалось, что самый мощный месяц для колдовства – это май, потому что силы бурлят. Но они, когда сильно бурлят, в этом тоже есть и плюсы, и минусы, потому что мы не всегда можем справиться с теми потоками, в которые мы попадаем. И это известно, что жить на месте силы непросто. Даже вот наша деревня – это место силы, мы здесь кто живем, мы это прекрасно за долгие годы понимаем, что не все могут выдержать вот это место силы. А важно научиться вот эту силу в себе приводить в состояние равновесия. И вот мы сейчас как раз этим с вами и будем ладовать свою природу, будем творить равновесие в нашем роду, будем творить равновесие в нашем мире, в наших мыслях, в наших чувствах. То есть вот это именно вот такое равновесие и, конечно же, мечта. Мы с вами совершим какие-то волшебные сейчас путешествия в древность, в какие-то сакральные места планеты. То есть у нас сегодня с вами, готовьте метлы, полеты во сне и наяву. Такой вот у нас последний раз было на Новый год, на Коляду. Сегодня вот тоже такая, я бы ее назвал, Велесова ночь, то есть у нас полная луна, то есть такое вот удивительное время, когда сбывается сказка. И поэтому это музыка нашего созвучия, созвучия наших душ, созвучия наших сердец, единого ритма биения наших сердец и единого нашего с вами дыхания. Поэтому это наша совместная творчество. Мы начинаем нашу сказочную ночь. Дорогие родичи, если вам понравилось
моя музыка, вернее, это наша музыка, потому что она рождена в сотворчестве. Пожалуйста, вы можете поддержать мое творчество и перейти по специальной ссылке, где вы выберете, в каком удобном для вас виде вы можете получить эту музыку, либо в виде дисков, либо в виде материала электронного. Сейчас такое время, что уже и не везде диски можно послушать. Но тем не менее, музыка льется с небес, и я буду рад, если ваша жизнь украсится небольшими моими скромными музыкальными приношениями. Благодарю. А сейчас я предлагаю нам полетать над Замри горой. Мы сегодня все как-то вот, как раз про эту Замри гору сегодня с вами вспоминали. Поэтому пообщаемся с Аполлоном. Thank you.
И бабочка села прямо на красную главу. Да. Вот ставится бабочка седьмого рода. Вот так. Нравится тебе? Алки шипят, надеюсь, тебе. Скажи, пиши.